Виновных в катастрофе рейса MH17 будут судить в Нидерландах. Они понесут наказание в соответствии с законами этой страны. Такое решение приняла международная следственная группа, в которую входят Нидерланды, Малайзия, Австралия, Бельгия и Украина. Сроки судебных заседаний не разглашаются, поскольку расследование еще не завершено. Напомню, в июне 2014 года Boeing 777 потерпел крушение над Донецкой областью. Катастрофа унесла жизни 298 человек, в том числе 80 детей. Осенью минувшего года международные исследователи пришли к выводу, что самолет сбили ракетой, выпущенной из системы БУК с территории, контролируемой пророссийскими боевиками. Теперь следствие должно определить конкретных виновников этой трагедии. Петр Порошенко на своей странице в Фейсбуке уже назвал выбор голландской судебной системы важным шагом и заявил, что верит в справедливость и непредвзятость правосудия Нидерландов.